Агния Барто, Александр Пушкин, Самуил Маршак. Книги этих и других писателей появились на гигантских полках в парке Пушкина. Огромный шкаф с произведениями классиков теперь украшает дом сказки. Новый арт-объект сразу превратился в излюбленное место для фото челябинцев. Восьмиметровую композицию из фолиантов дополняют фигуры школьников, мальчика и девочки. Они заглядывают между страниц, видят там целый мир, небо и зеленый луг. На полках известные произведения. Здесь Маугли, волшебник изумрудного города, приключения Тома Сойера. А вот одна из книг пока остается неподписанной. Вот так вот сделаем. А какое название будет у книги? Не знаю. Челябинцы может подскажут. И никакого. Да-да. Челябинцы подскажут. Варианты принимают в группе «Дома сказки» во ВКонтакте. Челябинцы уже предложили «Маленького принца», «Винни-Пуха», «Истории о Незнайке». Добавлю, «Дом сказки» — это интерактивный театр-музей. Дети могут переодеться в персонажей любимых историй, путешествовать по сказочному миру, знакомиться с творчеством писателей и традициями народов.